Антон с победой, комментарии по игре. Не самая наша лучшая игра. Я думаю, большинство, в принципе, нам сильно сегодня помогло. 5 на 5 мы играли весьма безобразно, я даже так сказал бы. Надо добавлять, потому что в плей-оффе 5 на 5 так будет играть непозволительно. Сегодня наконец-то получилось забить много голов, но это помимо того, что вот помогло большинству, а за счет чего большинство добавило? Да, в принципе, стараемся то же самое делать и набрасывали побольше, меньше сегодня передач делали, каких-то в завершающей стадии, которые не нужны. Ну и вот с бросков забили. Ты такой, знаете, то есть иногда делаешь одно и то же, не получается, потом то же самое делаешь, получается. Ну вот, слава богу, надеюсь, сейчас линия пошла, такой момент, когда получается. Ну не можем не спросить тебя про форму. Ты один из тех, кто играл в ней, похожей в 2013 году. Какие эмоции у тебя? Хорошая форма, знаю, что по опросам болельщиков один из самых удачных комплектов, вот с крыльями на руках. Ну, все хорошо в свое время, то есть сейчас, я считаю, у нас тоже очень органичная форма. То есть, а тогда запомнилось, у меня и майка такая дома висит. Поэтому хорошие эмоции испытал. Мы еще следующую игру будем в этих майках играть. Надеюсь, болельщикам понравилось. Yeah, it was a good win for us. You know, I don't think it was our greatest game, but found a way to win. You know, played simple in the end, and you know, it's a great win for the team. Yeah, it was good. Both units scored tonight. You know, we had some really good looks. So hopefully we can bring some confidence in the playoffs and keep scoring the power play.